Как вообще получилось, что ты пришел в компании, предоставляющую услуги интернета? Ой, такая история. Я в 92-м году поступил на первый курс института. И как раз это был момент, когда интернет вываливался из каких-то подземелий, всяких там компаний, которые могли себе это позволить, и отдельных каких-то институтов, вываливался наружу в сторону обычного потребителя. Я уже не помню, честно говоря, точно, как так вышло, но как-то мы познакомились с ребятами из всяких академических сетей. Был тогда радио МГУ и Фринет. Были две большие академические сетки, не считая там Курчатника, которые занимались подключением вузов к интернету. Мы с ним пообщались. И потом впечатленные, значит, они нам дали доступ в интернет. Мы начали смотреть, что это такое. Еще как бы графического браузера не было тогда, но уже появился текстовой браузер в командной строке, назывался Lynx. Было не очень понятно, что такое интернет, потому что все, в принципе, до этого более-менее пользовались там модемами, какие-то BBS-ы были, FIDO и тому подобное. И тут, значит, вот Dialab шел в какой-то юниксовой машине, там этот текстовой браузер, я его запускаю, там показывает страница ЦЕРНа, ссылки в тексте, я читаю текст, кликаю, если можно так сказать, кнопкой Enter в эти ссылки, и где-то на пятой ссылке меня пробивает, что я уже на сайте МИД еду. Еще там пара ссылок, я на каком-то другом университете, и реально я помню отлично этот момент, наступает понимание чего-то грядущего и всеобъемлющего. Вот. И мы пошли к проректору, у нас был такой классный проректор по работе с молодежью, Сережа Губин. К нему пришли и говорим: слушай, нужно срочно строить в институте сеть и подключать ее к интернету. Нормально так, 92-й год, конец 92-го года. Пришли первокурсники к проректору. Он сначала, конечно, на нас посмотрел так. Потом сходили к проректору по научной работе. Ему тоже все это рассказали. И они все прониклись. И как-то вот удивительно, очень быстро выделили деньги. И мы построили на весь институт сеть. Подключили ее к академическим сетям интернетовским, российским. И дали практически всем кафедрам доступ в интернет. Вот так как-то это все закрутилось. Ну а дальше уже как снежный ком все происходило, потому что тусовка-то была очень маленькая, людей можно было там, наверное, на пальцах двух-четырех рук пересчитать, кто вообще этим всем занимался. Да. Вот. Дальше я очень быстро познакомился с народом из Курчатовского, Леша Руднев, Дима Бурков, Олег Тоборовский потом в моей жизни появился, и все, как бы. И потом уже где-то в 96-м году я пришел, в 95-м я пришел работать в Телепорт ТП, мы там запускали интернет-провайдера, а в 96-м году я пришел в Xenon, это уже такая первая серьезная работа моя была, связанная с интернетом. Вот с тех пор так этим и занимаюсь. А кто ты больше, суппорт, продажник или инженер-технарь? Слушай, я считаю себя инженером. Вот. Инженер такой, хардкорный инженер. А что было первое такое хардкорное, что ты помнишь из инженерного? Да там, в принципе, первые 10 лет был один сплошной хардкор. Неизвестность, неопределенность, и все с такой скоростью менялось и развивалось. Сложно что-то такое выделить, конечно. Но отдельные какие-то истории, которые всем известны, когда появились там первые крупные интернет-площадки российские, потом появление домена .ru после SEO, наверное, тоже заметное было событие. Ну, не знаю, все было интересно. Мне, честно говоря, и сейчас все интересно, все круто. Каждый день все меняется. Это вот как раз я хотел спросить тебя. Ты говоришь, тогда все очень быстро менялось. Мне кажется, сейчас все мгновенно меняется, ну, да, и в разные стороны разрастается просто. Да, новые возможности, они, конечно, постоянно появляются. Какие-то новые технологии, следом за ними новые бизнесы, за ними новые технологии, новые бизнесы. Вот. Есть же теория сингулярности, что в какой-то момент мы должны... изменения будут происходить с такой скоростью, что мы не будем успевать уже и вообще как бы их адаптировать.
Да, в принципе, если посмотреть на длинном промежутке времени, то, мне кажется, это правда. Скорость, с которой интернет развивается, как одна из таких важных технологий. Но единственный, наверное, такой долгосрочный тренд, который, там, знаешь, из предсказательств, что называется, сработал. Я вот помню, что, ну, наверное, многие помнят в начале, там, в середине 90-х, как выглядел телекоммуникационный рынок. Да? Это в основном были такие телефонные операторы. В мобильной связи ничего, кроме голосовых звонков, еще не было. И это все были такие какие-то огромные бизнесы с точки зрения денег. А интернет, он был какой-то очень маленький. Интернет-провайдеры были маленькие, интернет-компании начинающие были маленькие. И серьезные такие бизнес-игроки на это на все смотрели немного свысока, что вот какая-то песочница, в ней какие-то дети молодые ковыряются. Вот. А мне, например, тогда уже было понятно, что рано или поздно интернет сожрет все. Так оно в результате и вышло. Сожрал голос, телевидение не подавился, гейминг, все информационные области, все, в принципе, уехало в интернет. Я даже не знаю, вот, осталось ли что-нибудь еще, что он может сожрать. Говоря о маленьких компаниях, которые копались в песочнице, скажи, пожалуйста, а почему большая часть из тех компаний, которые тогда все это начинались, так остались, если они продолжают свое существование работы, так остались на уровне небольших, малых бизнесов, не превратились в больших монстров вроде старых телефонных операторов? Есть отдельно большие корпорации, которые выросли путем слияний и поглощений. Ну, я не согласен, что они все остались в таком же виде. Многие выросли в большие компании, я считаю, какие-то из них поглотили компании, но я бы не сказал, что это такое умерщвление. Да? Многие же ведь компании были куплены как раз для того, чтобы ускорить выход на новый какой-то рынок, да, и понять для себя этот непонятный интернетовский бизнес. Вот. Ну а укрупнение в целом, ну, такое, мне кажется, на любом развитом рынке сервисном укрупнение — это вполне такой достаточно обычный, мне кажется, тренд развития рынка. Вот. Но если ты посмотришь даже на большие глобальные корпорации, многие компании, которые, там, в принципе, мы знали там, 20 лет назад, они сейчас выглядят совершенно по-другому. И, в принципе, большая часть их бизнеса, она связана с интернетом. Возьми тот же Microsoft, например. Да? Он же полностью весь свой бизнес трансформировал и, в принципе, сделал это вокруг интернета. Вся игровая индустрия трансформировалась вокруг интернета. Много, много разных индустрий. Возвращаясь к 90-м годам, да, немножечко еще, в пору появления домена .ru и чуть позже при домене .ru была такая сущность, как координационная группа, а позже была эта сущность так или иначе была трансформирована в координационный центр, в экспертов, которые привлекались в работе в координационном центре. Что для тебя тогда была КГ и появляющаяся КЦ? Как взгляд технаря, инженера на вот это вот все? Ну, ты же помнишь вообще, в принципе, историю, да, как это происходило? Началось же с того, что, по-моему, сколько там, 5 разных индивидуумов написали в ICANN, что я буду главным по домену .ru, да? Примерно так и было, да. Отдайте мне, да? Или даже 7 их было, я уже сейчас не помню, там были интернет-провайдеры, и академики были, и кого там только не было. Вот, и тогда, значит, нам сказали, что вы давайте как-то организуйтесь, сформируйте какую-то одну, чтобы все подтвердили, что эта сущность будет отвечать за национальный домен. Так появилась координационная группа, да, ну, так, информали. Mm-hmm. Вот. И правила были достаточно такие бесхитростные, собирались и в буквальном смысле решали, кому домены давать, кому не давать. Вот. Интересное такое время было. А потом, наверное, просто шел естественный рост, опять же, этого рынка, и стало всем понятно, что, ну, из какого-то там такого больше технологического, может быть, органа, да, который следил там больше за какой-то технологической чистотой, за тем, что все работало, и чтобы оно хоть как-то там распределялось, да, нужно было это выводить на промышленные рельсы, потому что
Если помнишь, там как раз к этому моменту вся вот эта доткомовская история там бомбила, да, начал появляться какой-то первый e-commerce, компании, в принципе, осознали, что им нужно в том или ином виде в интернете присутствовать для того, чтобы людям продвигаться, как-то с ними коммуницировать, и нужно было это выставлять на какие-то промышленные рельсы. И вот из этого, мне кажется, вся история, ну, то есть это было какое-то вполне естественное для меня развитие истории, да, появление уже нормальной какой-то обособленной организации, а не группы, так сказать, заинтересованных товарищей на общественных началах, которые профессионально за, что называется, за оплату занималась работой с национальным доменом. Просто у каждого этапа истории какая-то своя форма, и в какой-то момент эта координационная группа, она, наверное, просто, ну, время ее переросло, вот. А сам координационный центр тех времен, ну, не знаю, мне кажется, что тогда, по крайней мере, удавалось удерживать то, что мы привыкли называть таким каким-то мультистейкхолдеризмом, да, то есть искать стороны, которые серьезно зависят от всего этого процесса, пытаться привлекать их представителей, чтобы было слышно все голоса из этой индустрии и принимать какие-то взвешенные решения. Понятно. Это было, мне кажется, самое главное. Прозрачность обеспечить, переход на какую-то новую прозрачность и на промышленный рельс. В 12-14 годах ты был в совете координационного центра. А чем тебе запомнились эти годы? Ну, во-первых, это, конечно, запуск нашей любимой кириллицы. Да. Это такой был, мне кажется, непростая история. Очень много работы КЦ и на международной арене, да, с всякими регуляторами, с нашими, и с зарубежными всеми организаторами. Подъем всего этого технологический, да, продвижение, маркетинг всего этого. Потом всякие специальные домены, Москва и Москва, да, дети. Вот это, наверное, такие наиболее интересные истории. Потому что в момент, когда всем уже казалось, что все это такой commodity-бизнес, как бы, в принципе, все комбинации латинских букв .ru практически проданы, редко что-то такое новое вылетает, и тут вдруг хоп, и ребята открывают новый целый огромный сектор. Да, это, знаешь, как, не знаю, в какой-нибудь там виртуальной реальности, если представить, хоп, и новый большой кусок пространства открыли. Прошло 20 лет с того момента, как организовался координационный центр. Каждый из нас так или иначе к нему имел отношение, из тех, с кем я общаюсь, да. А кто-то успел поработать в нем, кто-то повлиял, кто-то выступал в качестве эксперта, кто-то принимал решения. Какое впечатление у тебя, вот можно одним-двумя словами, емкое такое, сложилось за прошедшие годы? Что такое для тебя был координационный центр все эти 20 лет? Ну, слушай, во-первых, это, конечно, всегда был определенный авторитет на рынке, да. Все-таки история с управлением национальным доменом в нашей стране, она, прям скажем, непростая и никогда не была простой. Мне кажется, что КЦ всегда более-менее удавалось балансировать разнонаправленное движение масс, так сказать, воздушных, и главное, мне кажется, КЦ всегда более-менее справлялась, когда-то, конечно, лучше, когда-то хуже, но в целом, мне кажется, что результат очень неплохой мы имеем, да, и это видно и по развитию рынка, и по технологическому развитию, да, не секрет же, что наша система доменная в России считается одной из таких достаточно серьезных, одной из самых устойчивых в мире, вот. Самое главное, это, конечно, результат, что все это как-то развивалось, двигалось, хотя мы прекрасно знаем, что разные самые поворотные моменты были в этой истории, да. Но как-то всегда, вот опять же, за счет сбалансированности и представителей в КЦ, да, и вообще, в принципе, того, какие кирпичи закладывались в основание, да, как процесс устроен, да, что его невозможно взять и просто как это, сковырнуть, да, за счет этого, мне кажется, удалось все-таки удержать всю эту историю КЦ, и, конечно, ну, сложно представить, как это работало бы по-другому.
сейчас предстоит еще одно окно возможностей, да, по NewGTL, да, по новым доменам верхнего уровня. Скажи, пожалуйста, будет ли это востребовано, интересен ли это вообще в принципе рынок? Вот опять же с технарской точки зрения, человек, который занимается железками и поглядит так со стороны на все это дело. Ну, слушай, железки, это так громко сказано, сейчас практически все это все-таки софтверно. Знаешь, мне кажется, что да, и по многим причинам. Ну, во-первых, для крупных компаний, которые работают с Digital, да, UGTLD это и в каком-то смысле новый пласт маркетинговых возможностей, да. Я вот не знаю, у нас сейчас у кого-то, кроме Яндекса-то в России, есть NewGTLD свой. Это первый момент. Второй момент, ну, понятно, что, в принципе, конечно, и без него можно много технологий строить. Не секрет же ведь, что, ну, система доменных имен, да, кроме того, что она обеспечивает нашу глобальную, в принципе, навигацию по сети, без нее вообще, в принципе, не будет работать ни один привычный нашим пользователям сервис, вокруг доменной системы строится очень много механизмов чисто технологических в новых всяких современных технологических решениях. Ведь возьми любого облачного провайдера, да, и архитектуры, которые сейчас принято называть Cloud Native, услуги, которые предоставляют большинство облачных провайдеров, очень многое внутри строится с помощью DNS. Потом, в принципе, любая большая онлайновая платформа, такая как Google, Facebook, Яндекс, МТС, внутри в своей архитектуре тоже без DNS жить не может. Наверное, тут какой-то сверхновой технологической возможности это не создает, она у тебя и так, в принципе, есть. Но все-таки мне кажется, что мы сейчас вот прошли какой-то апогей централизации в интернете, да, вот этот первый этап развития облаков, всей этой инфраструктуры, на которой компании живут в интернете. И сейчас мы движемся в сторону обратного полюса какого-то, в сторону децентрализации. Со всякими новыми технологиями вычисления будут распределяться все больше и больше по планете и по самой интернет-сети ближе к краю, да, ближе к пользователям. И очень много вычислений перекочевывает в устройство. И, наверное, вот в этой парадигме иметь свой TLD для технологической компании – это такой реально, ну, nice. Это может быть очень удобно как раз для того, чтобы всей этой огромной инфраструктурой как-то управлять. Mm-hmm. Такое у меня видение. Интересное видение. А, смотри, не приведет ли это к фрагментации? Ну, фрагментация, честно говоря, мне кажется, это больше какое-то социологическое и политическое явление, нежели техническое, скажем прямо, да. Ведь инженеры, которые там где-то внизу кидают уголь в топки интернета, да, чтобы все работало, они, в принципе, склонны к рациональности, да. И при там отсутствии каких-то ограничителей инженеры, они склонны все оптимизировать. Да, мы помним, что там в самом начале, в принципе, все сети без каких-либо там заморочек бизнесовых друг с другом соединялись, лишь бы трафик ходил наиболее коротким путем. Потом, когда это стало бизнесом, к этому добавилась какая-то экономика. Да? И так, в принципе, во многих вопросах. И мне кажется, вот эта сегментация, она носит такой же характер, да, то есть когда сверху, так сказать, падают какие-то там определения, какие-то intentions, что называется, политического и социального характера, они автоматически начинают отражаться как бы и в технике, и в том, как строятся сети. Но никак не снизу вверх, это совершенно точно. Это сегментация, это не технологическая проблема. Ясно. Говоря о нетехнологических проблемах, как ты думаешь, почему DNSSEC до сих пор не взлетел? Ну, тут спорный вопрос, что подразумевается под взлетел или не взлетел. Ну, не честно говоря, массового вот, использования. Смотри, мне кажется, что он просто недомаркетирован со стороны интернетовских организаций, в том числе координационного центра. Да?
Потому что, ну, очень важно создавать демант на стороне конечного потребителя, да. Если вести разъяснительскую работу с конечным потребителем, и он будет понимать, почему это хорошо там, или плохо, и требовать этого от интернет-компаний, у которых он получает услуги, то процесс будет идти гораздо быстрее. Другой вопрос, что довольно много компаний, которые там не являются так или иначе выгодоприобретателями напрямую от услуг, связанных с ДНСом, да, они, конечно, там не сильно заинтересованы чего-то там для себя имплементировать. Иногда там везет, и в компании есть какой-то человек, который это драйвит, но очень редко, конечно, случается, когда какие-то технологические чистые вещи, ну, скажем так, для основной массы людей чисто технологические вещи, которые под капотом находятся, да, они вдруг начинают куда-то двигаться. Поэтому, мне кажется, здесь только популяризация, и других способов нету. Вот. Я понимаю, если бы мы там поставили все совместно себе план, что, не знаю, к концу 2021 года 99% доменов в зоне .ru должны быть с DNS-секом подписанные, да? Вот. Но никто же себе такого плана не ставил, не думал, как этого результата достичь. Поэтому, а с чем сравниваться-то? Может быть, при текущем уровне, так сказать, сил, которые мы все в это вкладываем, оно вообще должно было остановиться на уровне там 0,001%, а оно вон где. Поэтому, может, оно наоборот удачно развивается. Интересный взгляд. Да. Посмотри на это с другой стороны. Это примерно, как знаешь, когда это примерно как с подписанием префиксов в BGP, тоже похожая история, да, и известная тема. Есть там люди, которые, так сказать, упираются и говорят: слушайте, ребят, большие транзитные сети, например, там несколько штук в этом году сказали, мы в конце 2021 года прекращаем принимать вообще префикс, который не подписан. Подписанный, да, префикс. Например. Или там, как было с IPv6, да, в каком-то смысле драйвером внедрения IPv6 в сетях операторов, да, выступили интернет-компании, которые сказали: слушайте, нам надоело, что там что-то 1000, 5000 человек к нам приходит с одного IP-адреса, мы начнем выдавать капчу, потому что считаем, что это какая-то небезопасная история, с нашей точки зрения. Нам сложно, так сказать, разделять их, сложно вообще понять. Да. Ну, там даже дело не в идентификации, идентифицируют, понятное дело, они их идентифицируют легко, но там нам сложно реализовывать какой-то там поиск паттернов там, и борьбу с атаками, да, с DDoS-ами, еще с чем-то. Поэтому будем выдавать капчу. Вот. И какие-то из операторов вовремя сообразили, что на PV6 капчи нету. Круто, это же преимущество перед коллегами по цеху. Хоп, выкатили, запустили, все, пользователи довольны, сети довольны. Ну и, в принципе, все довольны, потому что проникновение IPv6 резко пошло вверх. В Штатах он уже на сети T-Mobile, например, на мобильной сети вообще нет V4, там IPv6 only, а в четвертый интернет они через трансляцию адресов ходят. Вот. И здесь примерно такая же история. То есть, либо это какие-то общественные институты, как КЦ, да, или там другие уважаемые международные институты пушат эту историю, либо нужно, придется ждать возникновения какого-то естественного рыночного драйвера. Хорошо, спасибо. Интересный взгляд. Я как раз хотел повернуть беседу к IPv6, немножко затронуть, а ты и сам рассказал. Ну да, это такая обширная история. Мы на это потратили довольно много времени. Мы были практически первым, кто это массово внедрил в стране. Но вот с точки зрения пользовательской, я так... Последнее время это все больше пользователь, чем технарь, который интернет изнутри, под капотом, как ты говоришь, смотрит. Да, вот это вообще абсолютно незаметный переход. То есть у меня дома там два провайдера, я не заметил, как они стали мне выдавать 6 адреса. Потому что оборудование все новенькое, купленный роутер, он сам там что-то понимает от провайдера. Получил эти адреса и спокойно мне их дальше транслировал. Ну, в этом, наверное, и смысл того, что мы делаем. Это технологическое изменение, и оно не должно быть заметно абоненту. Да. По крайней мере, уж точно не должно быть заметно в плохую сторону. Ну, у вас получается.
Я надеюсь, мы, когда будем справлять 30-летие Координационного центра, соберемся снова в этом либо в более другом помещении и поговорим еще раз о каких-то вещах. Тьфу, чтобы не виртуально. Не-не-не, никаких виртуальностей. И так их слишком много в нашей жизни, чтобы друзья могли не встречаться. Скажи, пожалуйста, вот сейчас появляются там новые технологии доступа, там осваиваются там расширенные LTE, либо новые сети пятого поколения появляются. Вот через 10 лет чем мы будем пользоваться, как мы будем выходить в интернет, где у нас именно технологически будет доступ получаться, с каких устройств, как ты это себе видишь? Ну, если говорить в целом о земном шаре, я думаю, что через 10 лет уже, конечно, настолько будет вседоступно подключение, вседоступным в смысле где угодно и когда угодно, практически вообще, а может даже и не практически, а вообще в любой точке земного шара, и абсолютно бесшовно. Вот. Я думаю, что это будет, наверное, главное изменение. И я даже надеюсь, что через 10 лет это, наверное, будет выглядеть так, что ты там где-нибудь в тайге плывешь на байдарке, медведь выходит, так сказать, на берег, ты просто, не задумываясь о том, что у тебя там со связью, достаешь телефон, делаешь фотографийку какую-нибудь и выкладываешь ее, не знаю, если Инстаграм через 10 лет еще будет жить. Ну, куда-то будет очень, что-то еще. Куда-то отправляешь, да. Может, 3D какая-нибудь фотография еще будет до кучи. Смысл примерно в этом. То есть я думаю, что разные способы подключения к глобальной сети, потому что надо понимать, что, ну, с моей точки зрения, давно уже нет понятия там какой-то связи, да, вся связь, она, в принципе, превратилась так или иначе в подключение к глобальной сети. В этом ее ценность заключается. Поверх там существуют какие-то еще сервисы разнообразные, можно звонить, в принципе, сообщениями обмениваться тоже там 35 разными способами. Да, потому что в современном телефоне, в принципе, СМС – это тоже приложение, так же, как и WhatsApp. Да, просто работает технически немножко по-другому. И вот я думаю, что среда эта коммуникационная, она настолько через 10 лет уже сотрет границы, по крайней мере, на большей территории земного шара, что тебе будет абсолютно все равно. То есть ты будешь выходить из зоны покрытия мобильной сети там, в своей или в чужой стране, и, возможно, уже даже на улице, по крайней мере, у тебя телефон будет напрямую с директ-усатовскими сервисами типа SpaceX там, или OneWeb работать. Ты будешь садиться в самолет, в самолете так или иначе, либо снизу с земли, либо сверху. Там. Опять же, с какой-то спутниковой группировки практически в любом будет тоже connectivity. Ну вот, я думаю, что это главное изменение, которое сейчас вот движется. Скорости, конечно, будут расти, потому что растет потребность, технологии прогрессируют вычислительная мощность всех микросхем, да, и как следствие растут скорости. Вот. Но важно, конечно, что все это выступает таким, как бы это сказать, по-русски, ты даже не знаю, энейблером, что ли, да? И бессмысленно сейчас сидеть и думать, а зачем это делать? Это просто надо делать, как бы опыт последних 20 лет показывает, что у тебя всегда найдутся какие-нибудь молодые и буйные, которые придумают, как еще это использовать. Ну, там можно спорить о степени пользы этого в целом для человечества, там, помогли ли ему котики или не помогли, да. Но в целом с коммуникативной точки зрения, с точки зрения связанности людей между собой, мне кажется, помогли, да. И поверх этого какие-то все новые и новые сервисы будут появляться, черт его знает. Транспорт автомобильный, да, автономный. Хотя считается, ну, многие считают, что автомобили должны быть там полностью автономные, и никакого интернета им не нужно для того, чтобы они это делали. Я с этим до конца не согласен. Почему? Потому что все равно есть, я думаю, предел того, что ты можешь в машину запихать, по сравнению с тем, что ты можешь запихать в облако. Это во-первых. А во-вторых, настоящий прорыв какой-то в транспорте, он не произойдет от того, что автомобили станут с автопилотом, он произойдет от того, что этим движением централизованно какая-то система начнет управлять.
Только тогда можно. Либо тогда автомобили сами обмениваться между собой. Ну, честно, я не думаю, что это возможно все равно без какой-то топ-левел системы, которая будет шедулингом дорожной сети заниматься, там еще чем-то. Да, скорее всего, даже, да. Даже в распределенных интернет-сетях, уж насколько они распределенные by design, да, и каждый их элемент автономен, все равно там, в какой-то момент все и телекомы, и интернет-компании пришли на большого масштаба сетях, да, пришли к тем или иным системам централизованного управления и шедулинга, которые следят, что происходит с трафиком, меняют постоянно в автомате конфигурацию на сети, да, сегодня там трафик течет сюда, завтра тут другое место и так далее. Борются там, опять же, с какими-то проблемами. В принципе, вообще транспортная проблема и способы ее решения, она давно уже понятна. Математика, да. Она вся в интернете уже готова и есть. Что-то там, авария на дороге, нельзя по ней проехать, так сказать, пересчитываем, какие другие маршруты находят, да. Но все равно какая-то централизованная система планирования, мне кажется, даст такие бенефиты, которые просто на автономных машинах ты получить, в принципе, не сможешь. Вот. И так, в принципе, я думаю, во многих областях будет потихоньку как-то инкрементально появляться какие-то новые прибамбасы. Я думаю, что, конечно, вот это все развитие коннективити, оно в какой-то момент должно, наконец, дать нам какие-то более-менее серьезные прорывы в виртуальной и в расширенной реальности. Потому что я считаю, что это такая очень сильно не хочется назвать ее недоразвитой, скажем так, она могла бы развиваться гораздо сильнее, на мой взгляд. Может, это, конечно, какая-то там деформация из детства и молодости газонокосильщиком, да? Да-да-да. Вот, я, кстати, тут на днях пересматривал замечательное старое кино 95-го года как раз. То, с чего мы начали, называется «Джонни Мнемоник». Там есть отличный момент, значит, как в 95-м году режиссер фильма фантастического представляет себе интернет в 2021 году. Очень рекомендую посмотреть. Там все, так сказать, в виртуальной реальности. И мне кажется, мы туда еще не допрыгнули по-прежнему. Да, еще пока не дошли. Вот это вот все и какие-то новые вещи, которые я даже не берусь их сейчас предсказывать. И да, это бессмысленно. Вот. Наша задача обеспечить возможность для того, чтобы кто-то, кому-то эта идея в голову пришла, он увидел какую-то новую возможность. Не приведет ли вот это вот повсеместное централизованное управление разными участками технологическими к построению какой-то единой большой системы управления и превращение интернета из сети сетей, а даже не в какой-то там конгломерат управляющих структур, а в нечто большее, которое, типа, вот, возвращаясь к фантастике, Skynet и прочее? Ну, мне кажется, что за последние 20 лет стало понятно, что такие модели, они просто-напросто не масштабируются. Они технологические и управленческие, что самое важное, тоже не масштабируются. То есть взаимоувязать управление логистикой автомобилей, например, выращиванием какой-нибудь капусты, невозможно? Ну, смотри, наверное, здесь самый близкий все-таки пример будет какое-нибудь управление авиадвижением. Да? Угу. Оно, с одной стороны, у тебя сегментировано. Да. Очень много национальных сегментов. В каждом национальном сегменте есть масса своих локальных особенностей каких-то, да. При этом есть какой-то свод такой international правил, которые все понятны, и всем понятно, что их тоже нужно соблюдать для того, чтобы можно было летать из одного хозяйства в другое или там из одного в другое транзитом через третье, да. Вот. И эта система живет именно в таком виде. Есть международные организации, которых, площадки какие-то, да, на которых вся эта индустрия встречается, обсуждает, как улучшать регулирование в отрасли, да, как правила менять. Когда происходят какие-то эксепшены, типа авиакатастрофы, меняются правила, да, в понимании того, как улучшить безопасность этих полетов и так дальше, и так дальше, и так дальше. А эта индустрия, между прочим, сильно постарше будет, чем интернет. И тем не менее, как бы работает она ровно таким образом.
Если ты посмотришь на то, как устроено в целом в мире регулирование и вообще работа интернета, да, она устроена ровно точно так же. У тебя есть компании, которые обеспечивают трафик между большими какими-то регионами, но практически не работают внутри этих регионов. Да. Есть локальные компании, которые учитывают специфику. Да. Есть компании, которые работают на двух континентах со схожим регулированием. Да, и так далее, и так далее, и так далее. В принципе, мне кажется, что вот эти две большие существующие модели показывают устойчивость, в первую очередь, такой организации и технологической, и административной, отдельно взятой какой-то отрасли. Да. В принципе, морское право похоже, морская история, она тоже очень на это похожа. Да. Наверное, какие-то логистики, я просто там не специалист, честно говоря, никогда просто не вникал, как там все устроено, поэтому мне сложно оценить. Но, наверное, это доказывает, что это наиболее устойчивый, скажем так, в долговременной перспективе подход к тому, как организовывать работу. Ну, то есть, должна быть разумная комбинация между централизацией и децентрализацией. Да? То есть телекоммуникации входят в то самое классическое свое историческое состояние, в которое в свое время вошли вот эти вот другие отрасли народного хозяйства. Ну, мне кажется, да. Ну, здесь, опять же, я не знаю, где здесь грань между телекоммуникациями там, и не телекоммуникациями. Да их нет. Сейчас, очень все размыто и друг в друга проникает, да. Конечно. Что бы ты пожелал координационному центру в 20-летие? Ну, больше, так сказать, доменов, хороших и нужных. Больше доменов, хорошо. Спасибо большое за то, что пришел, пообщался, поговорил. Спасибо, что позвали и позволили все это вспомнить. Приходите к нам еще. А с нами был Виктор Белов, это Координационный центр. Оставайтесь с нами. Пока. Пока.